очень довольна, счастлива, сколько, честно. Сколько вы ждали? 18 лет. Да. Светлые комнаты, современный санузел, просторный коридор. Дарья Доценко пока еще не до конца поверила, что теперь это ее новый дом. Раньше семья девушки проживала в бараке на Верхней Пролетарской, 43. Площадь квартиры была около 20 квадратных метров. Новая почти в 3 раза больше. И этот старый деревянный барак останется уже навсегда в прошлом. Кстати, этому бараку в этом году исполнилось 104 года. И останется в прошлом, наверное, в ваших воспоминаниях, может быть, где-то в фотографиях. Мы его обязательно снесем. Вместе с Дарьей новоселье отметят еще 10 семей. Все квартиры с современным ремонтом. Новоселам нужно позаботиться только о мебели и создании уюта. У нас именно применены все материалы, отделочные материалы такого качества, когда мы просто сдаем квартиру с отделкой. То есть мы не делим, значит, людей, которые переселяются, должны дом по муниципальным контрактам там, и те, кто там покупает. Снос старого барака откладывать не будут. Компания-застройщик уже получила разрешение на строительство на его месте важного для города социального объекта. После как они переедут, мы сносим эти бараки и начинаем строить детский сад на 245 мест. Вот, что характерно, что это тоже социальный объект. Когда все работы завершатся, застройщик передаст детский сад в собственность округа. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова». Счастья, удачи.